Всем привет! Продолжаем гулять по миру, узнавать что-то новое. Вот я в этом году был в Италии. И вот во Флоренции я нашел такую пиццу. Такую пиццерию семейную. Семейная пицца. Здесь всегда огромное количество людей. Все кричат, что-то делают. Вот я попросил, можно ли снимать весь процесс приготовления пиццы. Ну и сами понимаете, все самое вкусное оказалось очень просто. Я не могу сказать, что была очень тонкая была пицца. И если честно, я пиццу не очень люблю. Но это вкуснейшая пицца, которую я ел в своей жизни. Вот, работает парень просто профессионально, действительно. Я уже не знаю, сколько пиццы он готовит в день. Но людей здесь огромное количество и стоят на улице для того, чтобы просто заказать. Хотя рядом есть тоже пиццы, но почему-то там мало народу. Знаете, так всегда бывает. В хорошем месте всегда очень много людей. Но нам удавалось как-то занять место пораньше. Они работают, как работает эта Италия. У них огромные перерывы на сиесту. Грубо говоря, на сон. Днем поспать в жару. Они просто днем спят вот, и открываются. Ну, так скажем, с 7 до 10 здесь огромное количество людей. С детьми все кричат, что вообще просто такая обстановка, знаешь, итальянская такая, знаете, большая семья. Ну, этот парень готовит пиццу и готовит ее, конечно, профессионально. Молодец и ну, просто профи. Ну, собственно говоря, все, что я хотел показать. Весь процесс, я не знаю, минут, наверное, 7. На приготовление вот такой пиццы. Она вкусная, хочу вам сказать. А если еще взять бутылочку старого доброго вина, а у них здесь, кстати, есть вино домашнее, не такое дорогое, можно очень хорошо посидеть, поговорить, посмотреть на итальянском семье. Все, всем пока, всем привет. Такой маленький сюжетик от пиццерии в Вероне, Италии. Пока-пока, до свидания.